стали сотрудником компании «Адмирал». Наш генеральный директор Владимир Сергеевич скромно так умолчал о своих званиях и регалиях. И тем не менее, мы вам предлагаем специальную экскурсию. Называется она «Музыкально-кинематографическая». Сразу хочу немножечко попросить прощения. Экскурсия у нас, будем так говорить, первый раз мы ее катаем. Надеемся, вам понравится. Передаю микрофон, в свою очередь, главному экскурсоводу компании «Адмирал» Марии Болдиной. Спасибо, что пришли в такую погоду. Мы надеемся, что будет у нас тут веселее, чем с той стороны, чем без крыши, без зонтика. У нас сегодня план такой. Мы с вами совершим двухчасовую прогулку. Мы до Лужников дойдем, там совершим ресторан. Потом мы с этим же путем вернемся и развернемся до Воспасского моста. Через два часа мы вернем вас на тот же причал, где забирали. И вот все это время у нас Сергей Александрович готовит для вас рассказ. И будет звучать музыка. Я надеюсь, что мы очень хорошо проведем время. И уже мы готовы начать буквально еще пару секунд.